Давай, говори. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня нам сделали вот такой красивый шкаф. Довольно? Угу. Ты помогала делать? Ну, нет, я просто смотрела. Контролировала? Да, контролировала. Ты же начальник? Да, начальником была. У тебя тут, смотри, глянь, 4 маленьких полочки и вон сколько больших, да? Угу. Чёрт, 4 полочки мои. Ну, конечно, чьи же еще? Тут все твое, да? Нет, вот эти маленькие. И еще вот эта одна большая. Довольная? Да. А можно я уже туда дом свой перенесу? Какой? Ну, можно тот. Но если ненадолго только. Ну, нет, ладно. Подожди, мы сейчас будем загружать этот шкаф. Бабушке сейчас покажем. А, нет, только это не надо загружать, это мои полочки. Вообще-то это полочки для папиных инструментов. Зачем это мои полочки? Нет, я думал, мне вот эту вот полочку одну оставите, да и все. Одну? Да, и хватит. А ну можно хорошо, мне вот тогда эти, туда можно будет вот эти четыре, вот эту, да, а тяжелая. Вот эти вот будет папина. А это уже тут тяжелое не станет, тут же видишь, он не он прогибается. А вот это что мое? И вот да. Эти четыре. Звони бабушке. Сейчас. Нам было еще пылесос попылесосить. И вообще красота. Так будешь сама пылесосить сейчас. Ладно. Бабушка, видишь, не хочет разговаривать. А ты со мной здесь. А ты тапочки надень. Сейчас, сейчас. Ну что там, бабушка? Сейчас. Звоним бабушке, да? Вот. Подожди, закрой. Вот что, я разложила. Закрой. Молодец. Я еще не до конца разложила. Это очень классно. Шкаф? Да. Бабушка подключится. Смотри. Вот такой у нас шкаф есть теперь. Подожди. Видите нас? Я тебя не вижу. Потому что не наша, а вот не видишь. А. Все, вот она. Что ты делаешь? Зачем ты улицу? Зачем ты меня улицу показываешь мне? Открывай шкаф. Да, Кира себе заняла уже полки. Кира полку заняла себе. Вот это, вот это, вот это и вот эти. Все, она себе, видишь, уже распределила. Пять полок. Нет, там две лопаты, там каталка почем, а там чешки. Она все свое принесет. Залази в нижнюю, будешь жить там. Вот, внизу еще есть мои. Хорош. Ковер уже. А котеночек где будет жить? А котеночек будет жить. Хорошо. Вот здесь. Или я не да, здесь. Да, 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 отлично. Внизу. Вот здесь. А ну балкон покажи Марке мне. А ну сушилку покажи. Покажи, Марке. Сушилку не покажу, Андрюша ее перевешивает. А чего? Андрюша. Чтобы хорошо открывался шкаф. А, ну тогда перевешивает сначала с того конца, где это самое, Марина.